Приветики, пупсики! Меня зовут Анжелика, и это Позитив. Мой ID ВКонтакте 485-147-391. Добавляйтесь подписчикам мне и ставьте лайки под программой. А сегодня мы с вами говорим о теореме корпускулярно-волнового дуализма. Вот пошла молодежь. Здравствуйте, меня зовут Аполлинарий Капитонович. Итак, начинаем нашу лекцию. Как правило, в качестве блондинок выступают особи женского пола, изменившие цвет волос в светлые тона. Токсины, содержащиеся в препаратах для осветления, проникают сквозь кожу головы в кровь, непосредственно воздействуют на кору головного мозга, подавляя высшую и любую другую нервную деятельность и вызывая дегенерацию нейронов. Ты меня уже надоел, пошел вон отсюда. Итак, дорогие друзья, блин, уже все сказали за меня тут всякие умники. Итак, скажу вам только то, что в конце передачи вы узнаете шокирующую правду о блондинках. А прямо сейчас давайте посмотрим то, как девушки со светлой головой справляются с предметами, которые привели нашу мировую историю к глобализации. Вы имели счастье лицезреть то, как гениальные блондинки используют технику. Но еще более гениально они пишут сообщения. О, кстати, мне написала моя подруга Анжелика Муси-Пуси, а дальше много нужных слов. У нее статус очень ванильный. Итак, она мне пишет: приветик. Ну, привет. Нормально у меня делишки. Че ты дыклэш? Дыклэш, блондинка вообще. Ого. О. А тебе, моя дорогая. Вот так вот. Ага. Отвали, короче, мешаешь мне. Пупсичек. Как вы только что видели, блондинки общаются очень странно. А теперь давайте уже узнаем, что думают о блондинках самые обычные люди. Они такие женственные, умные, красивые. Они лучшие, что есть на этом свете. Блондинки, они лучше брюнеток. И я иду завтра краситься. Да, так, наверное, оно будет лучше. Моя будущая жена будет блондинкой. Блондинки? О, блондинки, они гениальны, они бесподобны. Особенно моя любимая Ксюша Собчак. Как вы только что видели, абсолютно все считают, что они такие умные, милые, красивые. Но они не умеют парковаться. И у меня есть уникальный видеоматериал, который покажет вам то, как они это делают. Смотрим. Thank you.
Итак, дорогие друзья, пришло время узнать ту самую, ужасающую нас всех правду. На самом деле, блондинки – это не блондинки. Это страшные волосатые мужики! Приветики! Я так больше не могу. Ну вот и все на сегодня. Это был Позитив. Меня зовут Игорь. Пока.